Ибрахим и пророк Лут, мир им. Всевышний Аллах на протяжении всей истории мира призывал народы к истинной вере, ниспосылая к ним своих посланников и пророков. Цель всех божественных посланников была едина – призвать всех людей веровать в единого Господа и поклоняться только лишь Ему. Пророки несли людям знания об истинной вере и являли собой примеры подлинной добродетели и веры, своего рода образцовую модель истинных верующих, угодных Всевышнему Создателю. Всевышний Господь ниспослал верующим в Коране подробные знания о высших нравственных качествах избранных посланников своих, их высокой морали и добродетелях, а также описание их поведения и отношения к тем или иным мирским испытаниям. Эти описания являются очень важными примерами и наставлениями для муминов. Двое из этих благословенных избранников Аллаха, пророк Ибрахим и пророк Лут в библейской традиции Авраам и Лот, мир им. В Коране Аллах так повелевает верующим об этих пророках. «В Ибрахиме и тех, которые были с ним, есть для вас прекрасный пример. Даровали мы Луту мудрость и знание, и спасли его из города, который творил мерзости. Истинно они были злым народом, пустившимся в распутство. Мы взяли его в нашу милость, ибо он был из праведных». Народ пророка Ибрахима, мир ему. Согласно историческим летописям, пророк Ибрахим жил на Ближнем Востоке в Месопотамии. В Коране также сообщается, что пророк Ибрахим вместе с сыном пророком Исмаилом построили Каабу, и именно этот факт подтверждает, что пророк Ибрахим жил в ближневосточном географическом ареале. Во времена пророка Ибрахима практически все народы, обитавшие на Ближнем Востоке, исповедовали языческие политеистические культы, в невежестве своем поклоняясь каменным изваяниям, сделанным самими же людьми, или же солнцу, луне и другим небесным телам. Данные археологических раскопок также указывают на отсутствие веры в единого Бога у народов данного региона и политеистическую структуру верований. Раскопки, проводимые в этих землях и по сей день, обнаружили большое число изваяний башков и тотемов, сделанных из камня или глины, использовавшихся для отправления языческих культов. Кроме того, во время одной из археологических экспедиций был обнаружен большой зиккурат, иначе место поклонения, которое предназначалось для поклонения Солнцу и Луне, что подтверждали и летописи тех времен. Народ, в котором жил будущий пророк Ибрахим, также исповедовал эти невежественные верования. Они возводили себе башков из камня и глины, а потом поклонялись им, приносили многочисленные жертвы, устраивали ритуалы моления, просили у них помощи и искали их милости, несмотря на очевидную бессмысленность подобных деяний. Более того, испытывали страх и трепет перед этими деревянными и каменными изваяниями, невежественно уповая на их благосклонность. Аллах даровал юному Ибрахиму, росшему среди этого невежественного народа, прозрение и стремление к познанию того, кто же является Творцом жизни на земле. Аллах ниспослал ему откровение, что он является Творцом всего сущего, тогда как многобожники и язычники пребывают в тяжком заблуждении. Аллах показал пророку Ибрахиму знамение своего беспредельного господства и могущества над всем, что суще в небесах, на земле и между ними. «Итак мы показали Ибрахиму власть над небом и землей, чтобы он был из числа
уверовавших твердым знанием. Пророк Ибрахим, как и повелел ему Всевышний Господь, начал рассказывать своему народу, пребывавшему в ереси ширка и язычество, о существовании одного Бога, сотворившего все сущее на земле и в небесах, и стал призывать свой народ размышлять над жизнью и принять истину божественного откровения. Но люди из его народа категорически отвергали все увещевания пророка Ибрахима, объясняя свой отказ тем, что проповедуемые Ибрахимом доводы противоречили религии их предков, а они не могут предать веру, в которой воспитали их отцы. Тех, которые отказались поверить истине, прикрываясь якобы имевшим место нарушением религии их отцов, Аллах так описывает в Коране. «И когда скажут им, следуйте тому, что ниспослал Аллах, говорят они, нет, мы будем следовать тому, что нашли у наших отцов. Но что, если их отцы ничего не уразумели и не нашли праведного пути?» Аллах возложил на Ибрахима, мир ему, пророческую миссию. Всевышний Аллах провел пророка Ибрахима через трудные испытания, дабы испытать стойкость его веры. Но юный Ибрахим показал глубочайшую покорность и мужество. Тогда Аллах даровал ему благую весть о том, что он избрал его и возлагает на него пророческую миссию призыва людей к истине. Об этом в Коране сообщается так. «И вот Господь испытал Ибрахима некоторыми речами. Он же исполнил все в точности и сполна. Тогда Аллах сказал Ибрахиму, «Истинно, я сделаю тебя имамом для людей». Ибрахим спросил, «А что же с теми, кто из моего рода?» Аллах сказал, «Не объемлет мой завет неправедных». В Коране также сообщается, что Аллах даровал Ибрахиму и его роду книгу и мудрость. Или они завидуют тому, что Аллах даровал людям от своей щедрости. Истинно мы даровали роду Ибрахима книгу и мудрость и даровали им великую власть. До ниспослания пророку Мусе, Моисею Торы, Аллах даровал пророку Ибрахиму свитки. Так гласят аяты Корана. «Иная жизнь лучше и дольше. Истинно это было в прежних свитках, в свитках Ибрахима и Мусы». Однако есть одно очень важное обстоятельство касательно пророка Ибрахима, мир ему, о котором люди спорили на протяжении всей истории. Какую религию исповедовал пророк Ибрахим? Иудеи утверждают, что пророк Ибрахим в ветхозаветной традиции Авраам был пророком всех иудеев. Христиане, в свою очередь, говорят, что Ибрахим был иудейским пророком, но был подчинен и повиновался пророку Иссе, Иисусу, который пришел после него. Ясно сообщает нам о неправоте подобных утверждений и споров. «О, люди Писания, что вы припираетесь о Ибрахиме? Тора и Евангелие были ниспосланы уже после него. Уже ли опять не уразумеете вы? Вот таковы вы, припираетесь о том, о чем есть у вас ясные знания, но зачем вы припираетесь о том, о чем нет у вас никакого знания? Поистине Аллах знает, но вы не знаете». Истинные знания о вероисповедании пророка Ибрахима также со всей ясностью ниспосланы в божественном откровении Коране. Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином, но был он ханифом праведным, покорным воле Аллаха, и не был он из многобожников.
Всевышний Аллах особо указывает нам в Коране, что пророк Ибрахим был ханифом, то есть уверовавшим в одного, единого Господа. В другом аяте Всевышний Аллах повелевает пророку Мухаммаду, да пребудет над ним милость и благословение Всевышнего, следовать религии пророка Ибрахима, мир ему. «Потом мы внушили тебе откровение, следуй вере Ибрахима, который был ханифом, ибо не был он из многобожников». Пророк Ибрахим и его вера ханифа, уверовавшего в единого Бога, это единое общее слово для мусульман и всех людей Писания. Ибо все три конфессии, исповедующие веру в единого Бога, ответственны за веру в единого Всевышнего Господа, так как уверовал пророк Ибрахим и как показал Всевышний Господь в Коране, поклонение единому Господу, соблюдая его заповеди и запреты. Однако некоторые положения в иудаизме и христианстве со временем подверглись искажениям со стороны людей, и эти религии отдалились от божественной сути, ниспосланной им истинной веры. В одном из аятов Корана Аллах повелевает мусульманам призывать людей Писания сплотиться вместе в едином слове. «Скажи, о люди Писания, придите к слову общему для нас и вас, чтобы не поклоняться никому, кроме единого Господа, и не измышлять ему других божеств, и чтобы одни из нас не обращали других в Господ, оставив Аллаха. Но если опять они отвернутся, то скажи, будьте свидетелями, мы истинно предавшиеся Богу». Призывы пророка Ибрахима, мир ему, к истинной вере. Пророк Ибрахим, приняв веру в единого Аллаха, отдалился от обычаев и образа жизни своего языческого народа и стал проповедовать им знания о существовании единого Господа, Творца и Повелителя всего сущего на земле. Однако народ не прислушивался к его словам. Даже отец пророка был среди тех, кто отказался услышать призывы сына. Пророк Ибрахим с великим терпением и благом беспрестанно увещевал людей, объясняя им их заблуждения, показывая, что идолы, которых они делают своими же руками, а затем поклоняются, лишь мертвые камни и не принесут им никакой пользы, тогда как только Аллах является единым Богом и Творцом их жизни. Ответ, который пророк Ибрахим дал своему невежественному народу, является примером воли, мужества и стойкости для всех уверовавших. Коран гласит: «Народ его стал препираться с ним, и сказал он: неужели вы стараетесь препираться со мною об Аллахе, тогда как он вывел меня на путь истины? Я не боюсь того, что вы предаете ему в равный, кроме как если Аллах не пожелает обо мне что-либо. Господь мой объемлет своим знанием всякую вещь. Ужель не задумаетесь вы?» Пророк Ибрахим, мир ему, разбивает идолов. Пророк Ибрахим призывал свой народ уверовать во Всевышнего Аллаха мудрыми речами и добрыми увещеваниями, однако реакция народа, в котором он жил, была совершенно иной. Большая часть людей не приняла увещевания пророка и мораль, которую он показывал им, продолжая упорствовать в невежестве и поклонении каменным изваяниям. Пророк Ибрахим терпеливо и с упованием на помощь Всевышнего вел с народом великую идейную борьбу, прибегая к различным методам наставлений и путям призыва к вере. Вспомним, к примеру, один из них. Пророк Ибрахим хотел отдалить от себя неверовавших и ослабить то давление, которое на него беспрестанно оказывали язычники.
И он сказал им однажды, что он болен, как описывается в Коране. И сказал он отцу и своему народу: «Чему вы поклоняетесь? Ужели вы желаете других богов, кроме Аллаха, ради некоторых измышлений и лжи? Что же вы думаете о Господе миров?» И посмотрел он на звезды и сказал: «Поистине я болен». И тогда отвернулись они от него и стали убегать от него. После того, как язычники отдалились от пророка Ибрахима, он вошел в обитель, где хранились каменные изваяния идолов, и разбил их все, оставив в целости только одного из идолов. Когда язычники вошли в пантеон, где хранились идолы, они увидели лишь разбитые осколки своих измышленных башков, которым они некогда поклонялись, и что позади всех них оставался лишь один, самый большой идол. Люди стали тотчас же искать того, кто разбил этих идолов, что в Коране описывается так: «Они сказали: кто сделал это с нашими богами? Истинно, он из неправедных». Сказали: «Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим поминал их». Сказали: «Так приведите его при дочи людей, пусть будут они свидетелями, какое наказание будет ему». Когда привели они Ибрахима, сказали они: «О, Ибрахим, ты ли сделал это с нашими богами?» Этот вопрос язычников, в свою очередь, прояснил, почему пророк Ибрахим не разбил и последнего, главного идола. Как гласит Коран, пророк Ибрахим так ответил вопрошавшим: «Нет, — сказал он, — это он сделал это, он главный у них. Спросите же их, если они говорят». Язычники, услышав этот мудрый ответ пророка, вдруг осознали, что идолы, которым они поклонялись, не способны даже говорить. Так, благодаря мудрости пророка Ибрахима, они осознали истину и свои заблуждения. Коран описывает нам их прозрение такими словами: «И так они обратились к своей совести и сказали: истина в том, что мы сами неправедны». Однако раскаяние и прозрение язычников длилось очень недолго. Даже осознав свою неправоту и заблуждение, они вновь стали выступать против пророка Ибрахима и его призывов только лишь для того, чтобы продолжить существование извращенной политеистической системы верований, доставшейся им от их отцов и соответствовавшей их личным интересам. И вновь язычники решили бороться против пророка Ибрахима и стали преследовать его еще сильнее и ненавистнее. Они задумали в высшей степени жестокий план, решив сжечь пророка Ибрахима живьем в огне и тем самым положить конец его идейной борьбе и увещеванию. Но Аллах помогал всем своим пророкам. Так не оставил он и пророка Ибрахима. Он повелел огню, в который бросили пророка, стать холодным и не причинять вреда его избранному посланнику. Поистине это явление стало одним из великих чудес от Господа. Аяты, повествующие о жестокости безбожников и их чудовищном замысле, гласят нам: «И сказали мы: о огонь, стань холодным и благодатным для Ибрахима. Они хотели задумать против него план, но мы сделали их потерпевшими великий урон. Мы спасли его и Лута и вывели их в землю, которую благословили для миров». Посланники, пришедшие к пророку Ибрахиму. Одна из величайших милостей Аллаха, которая была ниспослана пророку Ибрахиму, это помощь ангелов. В Коране сообщается, что к пророку являлись
ангелы в облике людей. Однажды ангелы пришли к нему домой и принесли ему и его супруге благую весть от Аллаха о том, что вскоре родится у них долгожданный ребенок. Когда они вошли к нему, то сказали ему: «Мир!» Он ответил: «Мы боимся вас». Они сказали: «Не бойся, мы принесли тебе благую весть о мудром сыне». Когда ангелы принесли пророку эту весть от Аллаха, он и его супруга были уже в очень преклонном возрасте. К тому же супруга пророка Ибрахима была бесплодна всю жизнь. И, услышав эти слова ангелов, пророк Ибрахим так ответил им: Он сказал: «Неужели вы радуете меня, когда старость уже коснулась меня? Чем же вы радуете меня?» Они сказали: «Мы обрадовали тебя поистине, не будь же из отчаявшихся». Испытание пророка Ибрахима и его сына, мир им, жертвоприношение. Аллах даровал сыновьям пророка Ибрахима, Исмаилу и Исхаку, мир им, также нести на земле пророческую миссию. Они, как и их отец, были избранными посланниками, рабами Аллаха в своей преданности и служении Господу. Всевышний Аллах испытал искренность веры и упование на волю Всевышнего пророка Ибрахима и его сына пророка Исмаила. Однажды во сне Всевышний повелел пророку Ибрахиму принести своего сына в жертву. Это испытание двух благословенных пророков стало в Коране примером для верующих, показывая подлинную глубину веры, покорности повелениям Аллаха, упования и преданности воле Творца. В Коране Аллах так сообщает об этом испытании: «Мы обрадовали его юношей с добрым нравом, а когда он, сын, достиг лет, когда мог уже бегать рядом с ним, Ибрахим сказал: «Сын мой, истинно я увидел во сне, как закалываю тебя в жертву. Посмотри, что ты думаешь». Сын Исмаил сказал: «Отец мой, делай то, что повелевается тебе. Ты найдешь меня из смиренных и терпеливых, если пожелает того Аллах». А когда оба они предались воле Аллаха, и отец уже положил сына на чело, мы воззвали к нему: «О, Ибрахим, истинно ты исполнил свое видение. Так мы вознаграждаем добродеющих. Поистине это было явное испытание, и искупили сына моего великою жертвой». В тафсире Корана Амерана Сухибермена событие, произошедшее с пророком Ибрахимом и его сыном пророком Исмаилом, мир им, описывается так: пророк Ибрахим и пророк Исмаил были покорны повелению Всевышнего Аллаха и проявили свое мужество, преданность Аллаху и терпение. Ибрахим, мир ему, положил сына на одну сторону лба, чтобы заколоть его в жертву. Тогда Всевышний Господь увидел его искренность и своей милостью повелел ему принести в жертву животное вместо сына, так избавив пророка Ибрахима от такого пожертвования. Возведение Каабы пророком Ибрахимом, мир ему. Кааба, находящаяся в городе Мекка, что на Аравийском полуострове, была первой мечетью, которая использовалась людьми для поклонения Всевышнему Аллаху. Эту мечеть построил пророк Ибрахим вместе со своим сыном, пророком Исмаилом, мир им.
Аллах сообщает в Коране, что Кааба была первым домом, построенным для людей, и пристанищем пророка Ибрахима. Истина в том, что первый дом, построенный для людей, тот, который в Мекке, благословенная Кааба, наставление для всех людей. Там есть ясные знамения для людей и место Ибрахима. Кто войдет в него, тот в безопасности пребудет. Обязанность от Аллаха для людей найти путь к нему, кто в состоянии совершить паломничество к дому. А кто не верует, истинно, то ведь Аллах превыше всех нужд любого из миров. Нравственное совершенство пророка Ибрахима, мир ему. Как и все пророки, избранные Всевышним Аллахом, пророк Ибрахим был наделен высшими нравственными благодетелями, достойными истинного мумина, глубокой верой, искренней преданностью воле Всевышнего Господа, справедливостью, скромностью, честью и богобоязненностью. Всевышний Аллах во многих аятах Корана восхваляет нравственный облик пророка Ибрахима и приводит его примером для всех мусульман. Пророк Ибрахим, мир ему, был другом Аллаха. Кто лучше из верующих, которые предали себя Аллаху и вершат добро, и последовали за верой Ибрахима, который был ханифом, единобожником? Поистине, Аллах сделал Ибрахима другом. Всевышний Господь сообщает в Коране, что Он взял Ибрахима себе другом. Поэтому пророка Ибрахима также называют «Халил-Уллах», то есть «друг Аллаха», и верующие упоминают о нем также с этим прекрасным именем. Пророк Ибрахим, мир ему, был наделен мудростью и силой. Коран сообщает нам, что пророк Ибрахим, как и все посланники, избранные Аллахом, должен стать примером для верующих глубиной веры, искренности и преданности Господу. Он был наделен по милости Всевышнего великой мудростью, прозорливостью и даром находить самое праведное и достойное решение любого дела. Пророк Ибрахим, мир ему, был избранным и благословенным пророком. Всевышний Аллах наделил пророка Ибрахима мудростью и знанием, возложил на него благословенную пророческую миссию и сделал избранным рабом пред собою. В одном из аятов Корана Аллах сообщает нам, что пророк Ибрахим и его род были избраны пред мирами. Поистине Аллах избрал пред мирами Адама, Нуха, род Ибрахима и род Аль-Имрана. Пророк Ибрахим, мир ему, был уммой. Поистине Ибрахим один был имамом, сердцем обратившимся к Аллаху и предавшим себя ему ханифом, и не был он из многобожников. Пророк Ибрахим был преданнейшим посланником Всевышнего, для которого служение Аллаху было превыше всего в жизни, ибо в каждом своем деянии он стремился обрести лишь его довольствие. В каждом испытании, с которым сталкивался в жизни, несмотря на жесточайшее давление и преследование со стороны многих людей, он сохранял свою веру и упование на Всевышнего и был в высшей степени мужественен. Пророк Ибрахим, мир ему, всегда возносил хвалу Всевышнему Господу. Пророк Ибрахим, мир ему, был благодарным рабом Аллаха и искренне возносил хвалу Всевышнему за все дарованные ему блага и милость. В Коране эта особенность пророка Ибрахима описывается так. Он был благодарящим за его благо. Аллах избрал его и наставил на прямой путь. Пророк Ибрахим, мир ему, был преданным воле Аллаха.
Когда сказал ему Господь: «Предайся», он ответил: «Я предаю себя Господу миров». Пророк Ибрахим в идейной борьбе с невежеством и безверием своего народа являлся примером искренней любви и глубокой преданности воле Аллаха. Что бы ни делал его народ, он с воодушевлением и терпением непрестанно стремился всеми силами нести людям знания и проповеди подлинной веры. Пророк Ибрахим, мир ему, был очень чутким и милосердным. Милосердие, сострадательность, мягкость, доброта, любовь и прощение – вот благодетели, которые Всевышний Аллах восхваляет как самые достойные для людей, уверовавших. Во многих аятах сообщается также, что пророк Ибрахим был очень чутким и мягкосердечным рабом Всевышнего. Истинно Ибрахим был сострадательным, с мягким нравом. Завещание пророка Ибрахима, мир ему. Пророк Ибрахим, происходивший из рода пророка Нуха, мир ему, оставил великое наследство всем уверовавшим. Это наследство – вера в единого Бога. Пророк Ибрахим искренне веровал в единство Всевышнего Аллаха и никогда не предавал ничего в равные Аллаху. Он избавил себя от ереси ширка, многобожия. Проповеди его веры продолжились и после его смерти. Его сыновья, пророки Исмаил и Исхак, в библейской традиции Измаил и Исаак, мир им, затем его внук, пророк Якуб, в библейской традиции Яков, сын Якуба, пророк Юсуф, в библейской традиции Иосиф, и многие пророки, последовавшие за ними, призывали свои народы следовать истинной вере в единого Бога, Господа всех миров. В Коране Аллах так сообщает нам о завещании пророка Ибрахима: «Когда сказал ему Господь: предайся, он сказал: я предаю себя Господу миров. И завещал это своим сыновьям и Ибрахим, и Якуб: о сыны мои, истинно Аллах избрал для вас эту веру, так не умирайте же, иначе как не предав себя Аллаху душой и сердцем». Жизнь пророка Лута, мир ему. Пророк Ибрахим и пророк Лут жили в один временной период и в одном географическом регионе, и, несмотря на то, что жили они среди разных народов, они очень помогали и поддерживали друг друга. Пророк Лут, как и все пророки, упомянутые в Коране, был искренним и преданным рабом Аллаха, уповавшим лишь на его милость. Жизнь пророка Лута описана в Коране как пример веры и упования. В народе, в котором жил пророк Лут, было распространено в высшей степени богомерзкое явление – мужеложество. Пророк Лут, исполняя волю Аллаха, призывал свой народ отказаться от мерзкого греха, который сделал запретным Всевышний Аллах, и бояться гнева Всевышнего, и следовать в жизни лишь по велениям Аллаха. Но народ его весьма враждебно встретил увещевания и слова посланника Аллаха. Народ его был столь враждебно расположен к пророку Луту, что грозился даже изгнать из города пророка и уверовавших, составивших его окружение. Однако он никогда не поступался истиной и всегда был мужественен и стоек. Все время продолжал свои проповеди, ибо он был наделен вдохновенной верой и глубочайшей трепетной боязнью перед Всевышним Господом. Пророк Лут стал убеждать свой народ отказаться от столь мерзкого явления и следовать божественным повелениям. Пророк потребовал, чтобы люди прекратили это бесстыдство и следовали бы знаниям, которые он принес им. Он поведал им, какой грех они совершают в жизни. В Коране приводятся слова пророка Лута:
Неужели вы восходите с похотью на ложе к мужчинам, пренебрегая вашими женами, которых создал Господь для вас? Да, вы преступные люди. Они сказали: «О, Лут, если ты не прекратишь, поистине ты будешь изгнан». Он сказал: «Истинно, я с гневом восстаю против того, что вы вершите». Но знать из народа, будучи безбожниками, не ведая того, какое наказание Аллаха надвигается на них, продолжали оскорбление и отрицание проповедей пророка Лута. Это продолжалось до тех пор, пока не переполнилась чаша злодеяний, до тех пор, пока люди не встретили великую кару Аллаха. Посланники, пришедшие к пророку Луту, мир ему. Всевышний Господь направил к пророку Луту двух ангелов в облике людей, которые сообщили ему, что народ его в воздаянии за распутство и мерзость и отказ принять заповеди Всевышнего Создателя будет повержен в небытие, ибо Аллах уготовил для богомерзкого народа тяжкую кару. Сказал Лут: «Истинно, вы незнакомые мне люди». «Нет», — сказали они, — «мы пришли к тебе с тем, в чем они сомневались. Мы принесли тебе истину, и поистине мы говорящие правду. Выведи в ночи свою семью в дорогу и иди за ними вслед, и пусть никто из вас не оборачивается назад, и идите, куда вам повелевается». И дали мы им такое повеление: поутру, когда они выйдут, истинно прекратится то, что позади них. Жена пророка Лута также должна была оказаться среди тех, кому уготована была кара Всевышнего, ибо и она была из распутных. Даже то, что она была женой человека, избранного Всевышним Аллахом в качестве пророка, не смогло наставить ее на путь благочестия и не избавило ее от тяжелой кары. В заключение в Коране в назидание будущим поколениям описывается участь, которая постигла бесчестный народ Лута. «И вот сказал Лут своему народу: ужель вы творите мерзость, которую никто из миров не вершил ранее? Истинно, вы оставляете жен и с вожделением приближаетесь к мужчинам. Да, вы распутный народ, преступивший меру». Но племя ответило на это не иначе, как сказав: «Изгоните их из нашей земли, ибо они люди, очень стремящиеся к чистоте. На это мы спасли его и его семью, кроме жены его, она была среди оставшихся позади. И пролили мы на них ливень карающий. Посмотри же, каков конец был грешников». Всевышний Аллах также упоминает, что произошло с народом и какова была кара Господа, ниспосланная на них. «И когда пришло наше повеление, мы перевернули и верх его сделали низом, и обрушили на них ливнем камни из обожженной глины, покрывшей их слоями. Помеченные твоим Господом, недалеко они от нынешних селений нечестивых».
упомянутое в Коране выражение «перевернуть и вверх сделать низом» можно понять как описание сильного землетрясения, произошедшего в этой местности. Выражение Корана «обрушили на них камни из обожженной глины, покрывшей их слоями», возможно, указывает на имевшее место вулканическое извержение, в результате которого в атмосферу извергались куски скал и камней, находившихся в состоянии обожженной глины. Иными словами, можно предположить, что народ пророка Лута настиг страшный конец. С одной стороны, он подвергся ужасному землетрясению, а с другой стороны, был погребен раскаленной лавой и обожженными камнями, извергавшимися из недр вулкана. Однако истина известна лишь Аллаху. Города, в которых жил народ пророка Лута, упомянутый в Коране, в недавнем прошлом были обнаружены в результате археологических раскопок. То были два города, названия которых упоминаются в Торе как Содом и Гоморра. Согласно данным археологических раскопок, эти города находились в непосредственной близости от Мертвого моря, простирающегося вдоль современной Иордано-Израильской границы. Эти земли и сегодня покрыты толстым слоем серы вулканического происхождения. Именно эти огромные остатки серной лавы и вулканического базальта являются главными доказательствами вулканического извержения и землетрясения, имевшего место в этом районе. Собственно, и само Мертвое море, или иначе Соленое озеро, расположено в очень сейсмоопасной зоне. Исход и переселение пророка Лута и пророка Ибрахима, мир им. Всевышний Аллах уготовил пророку Луту и пророку Ибрахиму в высшей степени благую долю. Эти благословенные люди по повелению Всевышнего покинули свои дома, земли и переселились в новые края. В воздаяние за их терпение и мужество Всевышний Господь поселил их в самых благодатных местах еще в мирской жизни и наделил их обетованными красотами рая в иной, вечной жизни. Эта истина так описывается в Коране. «Мы спасли его и Лута и вывели в землю, которую сделали благословенной для миров. Мы даровали ему Исхака, а затем Якуба, и всех их сделали праведными, и сделали их предводителями, которые ведут к истине по нашему повелению, и внушили им вершить благие дела, выполнять молитву и давать закят. Они были поклоняющимися нам. Даровали мы Луту мудрость и знание, и спасли его из города, который творил мерзости». Ибо истинно они были злым, распутным народом. И мы взяли его в нашу милость, ибо он был из праведных. Пророк Ибрахим решительно и мужественно боролся с невежеством своего языческого народа и нес им проповеди об истинной вере и смысле жизни, и благодаря упованию на волю Аллаха смог преодолеть все трудности, возникавшие на его нелегком пути. Пророк Лут также с терпением и верой противостоял невежеству богомерзкого народа, стараясь донести до них божественные повеления, призывая распутный народ уверовать во Всевышнего Аллаха и прекратить совершать безнравственные непристойные деяния. Эти благословенные люди, которых Всевышний Господь возвысил над мирами, своей глубокой верой и высокой моралью обрели довольствие Аллаха и получили в воздаяние за свои праведные деяния обитель вечного рая. Одна из самых главных целей всех верующих людей –
заключена в стремлении следовать примерам из жизни благословенных пророков и так стремиться обрести довольство и благоволение Всевышнего Творца, войти в обитель, где будут пребывать самые чистые рабы Аллаха. В суре «Женщины» Аллах так сообщает верующим о воздаянии, которое уготовано тем, кто следовал Его повелениям и словам Его пророков. Кто повинуется Аллаху и Его посланнику, войдут в собрание пророков, праведников, мучеников и благочестивых, коим Аллах простер свою милость. И сколь прекрасна эта дружба!